Мошенники продолжают обманывать котлашан, притом некоторых уже по второму разу. Вновь на одни и те же грабли наступил котловский пенсионер. Он перевел жуликам около 50 тысяч рублей. В первый раз они заставили его взять кредит. Сейчас предложили списать долги. Пройти процедуру банкротства, естественно, не бесплатно. Представились как помощник арбитражного управляющего центра списания долгов и предложили оформить банкротство. Так как ранее уже данный человек в текущем году убрал кредит и перевел мошенникам более 1 000 000 рублей. Еще двое котлашан повелись на предложение получить компенсацию за потраченные на лекарства и медицинские приборы деньги. Только в плюсе вновь оказались мошенники. В сумме со счетов жертв пропало около 70 тысяч рублей. Вывод из этого только один: доверчивым людям лучше вовсе не принимать звонки с незнакомых номеров, да и остальным не помешает быть бдительными и разборчивыми в телефонных связях.